Батухасиков принял участие в совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Калмыкии под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства России Жамбулата Хатуова. Без создания кормовой базы животноводство не имеет будущего. Приступать к решению этой задачи необходимо уже сейчас и сообща. Государство, руководство республики и сельхозтоваропроизводители, сказал глава Калмыкии. Также на совещании уделили внимание льготным кредитам для сельхозтоваропроизводителей, вопросам мелиорации, зимовки скота, пашням и тому, какие земли используются нашими фермерами. Жамбулат Хатуов отметил потенциал Калмыкии и тенденции развития аграрного сектора, в том числе новые технологии, экспорт продукции, взаимодействие с наукой, инвентаризация поголовья. Руководитель республики отметил, что в 2020 году на развитие сельского хозяйства в Калмыкии повлияла сильная засуха. Свыше 562 миллионов рублей федерального бюджета и более 50 миллионов рублей из республиканского были направлены для пострадавших от засухи хозяйств. Ситуация с засухой вполне типичная для нашей республики, поэтому фермерам и тем, кто занимается учетом поголовья скота, крайне важно оставаться дисциплинированными и учитывать продуктивность пастбищ, проинформировал Хасиков. Он также напомнил о существующих инструментах поддержки сельхозтоваропроизводителей. Это льготные кредиты, субсидии, система страхования. В завершении руководитель региона добавил, если использовать наш аутентичный опыт совместно с предложенными методами грамотно составлять бизнес-планы, профессионально подходить ко всем процессам, то результаты будут совершенно другими.